В общем, избитая мудрость, что все люди разные, это на самом деле мало сказать. То есть это надо еще усилить во много раз. То есть это недооцененная избитая мудрость. На самом деле люди архи разные. Они совершенно непостижимо разные и совершенно... В общем, это не поддается никаким закономерностям, во-первых. Что, по сути, каждый человек – это собственная закономерность. И взаимоотношения между людьми тоже. Поэтому, ну, я пришел к таким выводам, хотя буквально год назад я так не считал. И, несомненно, может произойти все и с любым человеком. И отношения между людьми ни в коем разе нельзя ни под какую гребенку, ни под одну, ни под 100 гребенок. То есть каждое отношение — это совершенно уникальный во Вселенной случай, который больше не повторяется. Вот, клевый тут балкон, видите. Поэтому все люди разные — это не то слово. То есть даже тут как-то... Я вот как писатель, я все это в каком-то отупении периодически находился в связи с тем, что в связи с главным вопросом своей жизни, по крайней мере до этого момента, до того момента, как я сейчас иду, ну, до последнего времени, а это вопрос, чем я отличаюсь от других людей. Вообще, в чем разница между людьми, чем они коренным образом отличаются? Так вот, я открыл, что коренным образом они отличаются тем, что они коренным образом отличаются. То есть, в самом-то деле, ну вот видите, тут какие ворота в духе кладбища домашних животных. Смотрите следующее видео.